Всем здравствуйте, доброго, бодрого утра. Вот детишки сидят, завтракают. Пожарила им яичко, глазок и хлеб с шором. И вот ругаются, сидят, то балуются, то играются. Давай, кушай, Мин, кушай. Только нас сегодня пригласили на день рождения. Да, на Эмин. У моей подружки сегодня день рождения, у Лены. Нет, пригласила нас в 5 часов вечера. Обязательно пойдем. И мы будем лайки обязательно снимать. Все сниму и покажу вам. Лайки, да? Будем снимать. Вчера приехали, детишки друг друга обнимали, целовали. И Мин столько мне хороших слов сказал. Говорит, мамочка, мамочка, моя хорошая, любимая, милая, красивая, говорит. Какая ты, как ты вкусно пахнешь, как тебе я долго ждал. Ну давай, кушай, кушай, доедай. Давай, не ворчи, не ворчи, доедай, доедай. Сейчас мама тебе чай тоже нальет. Не ворчи, не ворчи. Я хочу только воды. Хорошо, я налью тебе воды, хорошо. Я без сладкий да, чай. Да, Аля у нас не любит сладкий чай на завтрак. Она любит, дети вообще не очень-то любят сладкий чай, хотя надо и полезно сладкий. Ну вот, такие вот у нас дела. Сейчас у Алечки урок будет, занятие. Уроки мы все сделали на понедельник. Да. Нам надо на вторник сделать уроки по азербайджанскому языку. Азербайджанский язык. И потом мы уже начнем потихонечку пообедаем и начнем потихонечку собираться в гости. Да. Да? Всем... Ура! Чем опять тебе надо кушать? Мама, нет, ты доедай, доедай. Сейчас хочу вам показать листья. Вот я тоже подружку хочу угостить. Как мы заготавливаем листья весной, молодые листья винограда. Как мы их храним и как заготавливаем, а потом весь год пользуемся. Сейчас. Вот у нас бутылки с листьями. Посмотрите, вот как они хранятся. Вот бутылочка. Обычная сухая пластиковая бутылка. Собираем мы их туда. Собирать можете по своему усмотрению, как вам удобно. Мы сразу несколько листочек кладем, сворачиваем. Никакой соли, ничего мы туда не добавляем. Просто собрали листья до конца бутылки и закрыли герметично. И вот так они прекрасно хранятся. А когда через пару месяцев хотим приготовить, тут же открываем и прекрасные листочки. И не надо их консервировать. Закрывать, так что если у кого-то есть возможность купить свежие листья в сезон, и если есть возможность, может быть, у кого-то виноградник, может быть, у кого-то продаются, прямо на рынке можно купить листочки. Вот так вот закрывайте. Например, у моей мамы, у моей подружки мама все время привозит листья, она покупает и вот тоже так же закрывает бутылочку и все. Без соли, без ничего. Просто бутылка должна быть сухая. Обязательно сухая. Да, и листья тоже должны быть сухие. Если попадет влага, то они испортятся. Но мы сразу прям с дерева собираем их. И прям с бутылочкой ходим. В сухую погоду. Да, в сухую погоду, когда нет дождя. Да, это вот нижний этаж. Еще одна комната. Вот это детская, у нас здесь дети играют. Раньше бабушкина была комната. Вы часто спрашиваете у меня, наш ли этот дом. Нет, этот дом не наш, мы его снимаем. Уже снимаем как 3 года. Здесь у нас кухня, входная дверь. Кухня и прихожка все вместе. На первом этаже 3 комнаты, вот. Детская наша, здесь мамина комната, там дальше идет папина комната и туалет, ванна вот здесь и вход отсюда на 2-й этаж, вот лестница. Правда, дом все время сыреет, видите, стенка сырая, постоянно мы стараемся дверь открытой держать и стенку мыли. Но все равно сырей дом надо утеплять с внешней стороны, чтобы этого не было. В доме, конечно, требуется капитальный ремонт, но дом не наш, смотри, поэтому... Мама,
мелоди. Да. Обожаю я ее. Поэтому мы ничего не можем сделать, так как дом не наш. Это ну дай бог, что была у нас возможность приобрести свой домик. Потому что нам здесь очень нравится, и мы отсюда, с этого поселка переезжать не хотим. Здесь воздух, когда попадаешь в город, это, конечно, сразу чувствуется в сравнении. Вот я побыла несколько дней с Алькой в городе, сразу почувствовала, что здесь совсем другой воздух, свежий, морской, и разница есть. Когда долго живешь в одном климате, то это уже начинаешь чувствовать. Ну вот, немножко вам сняла наш, что у нас происходит утром. Сейчас начнем мы делать уроки. Я потихоньку буду себя приводить в порядок. Надо мне помыть голову, сделать укладку. Давай сядь за стол, быстро за стол. Доедай за столом. Быстро, Имин, за стол сядь. Вот непослушный, сядь за стол. Быстренько за столом доешь, тарелку положи в раковину. Давай, давай, садись и кушай. Кушай, не надо бегать с хлебом. Алька покушала, поэтому сидит. А ты покушай, потом будешь играть. Да, Алечка? Ну все, у нас все хорошо, с Божьей помощью. Мы поправились. Надеюсь, как говорится, это последний раз мы так тяжело болеем. Ой, не надо, все, Алечка, не надо о плохом. О плохих болезнях. Не надо. Все у нас будет хорошо. Надо говорить хорошее, чтобы к нам притягивалось только хорошее. Всем пожелаю хорошего настроения, удачного, продуктивного дня, хорошего выходного дня, чтобы у всех все было хорошо, здоровье самое главное. А я продолжу уже чуть позже снимать. Поедем мы в гости и все будем снимать и показывать. Чем нас Леночка угощает? Что? Мы сегодня поедем.